Дура, штык молодец! Их больше двое стало. Одно наше надо сбросить. Так, за мной. За мной, марш. На 5 часов на холме. Стреляй с холма справа. Вижу. User joined your channel. Так, глядя раздель, да? Да. Да, да. Ну что там, раскошелились? 5 человек нам дали. Но сразу слабые звенья начинают перевеять. Обе линии на холме. Блин, здесь хоть с карты. Да, неудобная позиция, но холм, блин, один единственный высокий. Там уже, наверное, конец. Цель. Огонь. Цель. Огонь. Сам пункт строй после перезарядки. Вправо, вправо сам пункт. Цель. Огонь.
Цель. Огонь. Второго сомкнулся после перезарядки. Цель. Огонь. Там линия влево шла. Просто. Я смотрю, тут они не могли далеко уйти, потому что здесь конец. Вон, вернули. Линия, вернулись. Они там, стой. Цель. Огонь. В голову, цельтесь, точка в голову. Цель. Даже чуть выше. Огонь. Налево, без перезарядки на мной. Направо. Стрельба без приказа. А, наша кава прям сзади зашла. Так, не стреляем, кто стрелял, не стреляем. У меня заряженная винтовка. За мной. Все заряжены, да? Да. Да. Заряжен. Вторая линия подходит. Он их к вам сзади заводит. Направо, цель, огонь, штыки. Никто даже не дошел. Блин, я думал, там другая линия их вырежет, потом оттуда. Недалеко были еще. Кавалерик наш подходит. User joined your channel. Так, я вернулся. Нас мало. Да неужели? Блин, кавалерия сливает. Вернее, эти гвардии немножко отстают. У нас тут гренадеры, да? Угу. Да, гренадеры. Насчет карты, им, кстати, эта карта очень нравится. Ну, у них холм, да. Единственная эта карта самая высокая. Ты тоже пришел, да? Да, да, да. Ну, у нас же мало пришел. Теперь у них минус 2. Не, кстати, не ничего, минус 2 это надо. Кстати, неплохая тактика кружиться, эти обстреливают. Я пошел. Входить в контакт, не надо, просто кружиться. Наш кавалерист, молодцы, кстати. Вот молодцы, ты тут задумался спешить. Хорошо сработал. Динуска. Сейчас их постреляю. Отлично. Экранили! А что, они зарубили их, то ли? Или она на линию? Эй, басурман! За мной вот на кого остановись. Я выстрелил все-таки, понятно не будет. Ну ладно, ладно, ну перепутал вас, не пускай. А, все, и... За мной? Просто гренадеры.
Да-да-да, я помню. Идёшь от поля. Тебе надо что-то больше, чем преображенцев. Стой направо. Видно линейку, нет? Вот где впереди. Плохо. Очень плохо. Да. Только крайне. На цель. Фоне елки, на фоне елки. Цель. Поправ не был. Елка, цель, огонь. Да, плохо видно, с первого лица. Чего так криво стоит? Так, кавалерия впереди там, справа за холмом. Налево. За мной. О, оба плеча остановись. От центра с офицером вперед. Стой, целься. Огонь. После перезарядки вправо сомкнулся. Кто сел? Встать. Не стреляем. Цепью за офицером. Вперед. Стой. У нас. Налево. За мной. Команды целься не было, чё вы... Стой, направо, целься. Огонь. Пардон. Штыки. Держитесь, держитесь. Сейчас, Кава, подойдет. Бей, басурман! Всё, подошло. Мы отвлекли главный удар и нас успели очень проходить. Один командир уцелел. Он мне повезло просто. И тут бы, наверное, спасло, как мы вчера, ну, в воскресенье тренировали, строились на опережение. Ну да, сейчас бы, конечно, вперед бы чуть прошли, было бы намного лучше. Не, очень хорошо сыграли. На мой взгляд, это не было. Я стреляю, ребят, справа, справа. За мной в одну колонну. Слушайте внимательно Моргана, без приказов не надо лишних делать. Вперед. Пощадите. Ну, подходите, сукины дети. Подтянись.
За мной. Вперед. Стой. За мной. Стой налево. Цель. Огонь. Большинство выстрелов не дает. Но большинство выстрелов не дает. Так, направо. За мной. Стой налево. Кстати, направо еще. За мной. Стой налево. Цель. Отставить. Ждем. Цель. Огонь. Ребят, стоит полный рост, понять цель. Цель. Огонь. Большой недолет. Прилично. Берите где-то на пол корпуса еще выше. Не ушли. Так, а где наши союзники? Так, наш уже понимает. Налево. На них идут. Налево. Отставить направо. За мной. Оба плеча становись. Цепью за офицером вперед. Стой, цель. Огонь. Не сильно, не спешите, нас больше, тихонечко, там хаос будет колоть. Молодцы. Ох, ты сори, говорит, я же его булочил. Ничего, ничего, на. Справа опять ребят, в одну колонну. За мной.
По оба плеча становись. Цепью за офицера вперед. Стой, прицелься. Огонь. Цепью за офицера вперед. Стой, кругом, перезарядка. После перезарядки я в центр вправо сомкнулся. Вправо, налево. Слева. За мной. Стой, направо целись. Огонь. Что творите? Ну как вы стреляете? Ребят, меня убили, все, он грубо возьмет команду. Имейте в виду, там уже на холме. Сразу разворачивайтесь, потом кавалерии на полу. Давайте, так стоп, стоп, гренадеры, собрались. Не догоняйте его. Всем собрались, вот я прыгаю, вот я прыгаю. Да не догоняйте его сюда, не там наш меня. Полк разбивает. Заряжаемся. Сдела. Заряжайте спокойно, они погоняют. Ты что делаешь, дурак что ли? Пардон. Лагает меня. Попал плечи равнять. Там один остался. Двое. Сейчас, кстати, ужасно. Подходите, сукины дети! Да, несколько раз уже остановился. А все в ТС вообще? Как бы. На том же месте, ребят, остановись. Гриди, ты тебя. Нет, атаман. На самом деле просто прям вообще. Да я понял, что это. Я просто не ожидал. И сам думал, что это ты будешь, понимаешь? Не, у меня, знаешь, у меня персонаж нормально, главное, стоит. Я смотрю, ты что-то дергаешься. Парни, вначале выстраиваемся.